являются авторы, вы можете воспользоваться. Итак, собственно, для чего понадобился этот конкурс? Кто читал, возможно, кто-нибудь читал книгу «Здесь вам не причинять никакого вреда». Да. А это немало. Здорово. Значит, кто читал, видимо, помнит, что у инспектора Георга была картотека. В картотеке содержалось, судя по номерам некоторых кошмаров, более 20 тысяч описаний кошмаров. И по книге все они сопровождались изображениями этих кошмаров. В первом издании замечательный художник Елена Скирневская изобразила 12 кошмаров для этой картотеки, но остальные остались неизображенными. Поэтому мы обратились за помощью художника. И два месяца упорной борьбы дали следующий результат. Заранее спасибо всем участникам на всякий случай. Да, благодаря вам теперь у нас есть 7 изображений кошмара по имени Посмотрин. Смотрим. Посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А, и семь. 4 бровастых переплоха. Он, бровастый переплох. Тоже он. Написано, что он, значит, он. И этот бровастый переплох. 4 пропади. Раз пропади. Абсолютно гениальный пропади. Объект, который пропадает при попытке посмотреть на него. Такой пропади. И вот такой бровастый пропади. 3 загребушки. Загребушка. 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 Жадная многорукая тварь, да, это она. 3 глазоя. Да. Да. И да. 3 открытника. Такой. Такой. И такой. Да, на самом деле еще было 4 барабашки, но я подсчитывал результат. Да, они просто у меня сбежали из. А, еще какие-то один. Клаустрофобок, прожерло, черный пугающий холодильник, действие, как видите. Телепуга. Адикорбит. Просто будет эти карты. Выскользи. Достаточно странно. Обознайка. И, ну и наконец-то. Я сам зарегистрирован. Не знаю, что там будет дальше. Наконец-то. Ага. Итак, результат. Жюри совещалось несколько дней. Совещалось в двух городах. В Минске и в Москве. И, посовещавшись, приняло следующее решение. Значит, первое из третьих мест присуждается автору вот этих изображений Фрунзе. Поздравляем, Фрунзе! Уважаемый Фрунзе получает... Все авторы третьего места получают книгу с автографом. Здесь он не причиняет слишком другие чудовища. Вот такой вкладочке, где у нас автографы Игоря Мазько и Андрея Жмалевского. Вот, аплодируем. Фрунзе, на самом деле, надо обладать немалой отвагой. С такими навыками художественными участвовать в конкурсе, это заслуживает одобрения. Следующая часть, следующее, третье место, это Настя Галактионова. Присутствует здесь? Значит, будет поздравлена
книги Насти Белоспионовой Почты России, да, будут высланы почтой. Она обязательно получит книги с автографами авторов. Еще одно третье место. Маша Трофимова. Давайте все равно им глупость. Они нас слышат. Так. И Софья Ильгина. Софья Ильгина. Тоже комплект из двух книг, тоже вкладочек вот этот. Листочек замечательный. На нем автограф. Молодец. Спасибо. И мы переходим к вторым местам. У нас два вторых. 5, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Вам виднее. Я ничего не знаю. Я за это не печаль. Я просто рассказываю, что происходит. Итак, второе место. Вот эти замечательные. Просто чудо. Пиктограммки. Автор которых. Проживающая в городе С.Е. Художницу зовут Розалина, она тоже получит свои книги по почте, но так как ничего здесь сейчас нет, мы хотя бы вам покажем, и собираемся подарить. Разумеется, да, чтобы звук пошел по всей технике. Потому что остальные, занявшие вторые места, они-то, возможно, здесь есть. Чтобы они предвкушали. Розалина, как и все остальные, получившие второе место, получают не только новые книжки, здесь вам не причинят и сестрички, но еще и раритет. Это первое издание книги, здесь вам не причинят никакого жанра. И внутри книг. Ну, впрочем, я это покажу, когда вы видите. Это первое правильное издание. Да. А также каждый из троих, занявших второе место, так скажем, получит вот такую книгу. Вы даже издалека видите, да, что она немножечко потертая, да, поцарапанная. Эта книга была похищена злодеями из библиотеки, поэтому она потерлась об их злодейские одежды. Потом она горела в огне пожарищ, вот, сражалась в огне сражений, тонула в водах океанов и, наконец, была спасена издательством «Время». Это последние уцелевшие экземпляры от тиража «О, ребята, все». Как печально, вот очень грустная история какая-то. Все, прячь, что же такое? Все, больше не будет этих книг. Да. Второе место. Александр Медведев. Александр Медведев. Аплодисменты, радость Александра Медведева и все, что сказал. И очень близко к первому, но все же второе место. Валерия Соловей. И, наконец, тут какой-то звук должен быть. Есть звук. Итак, первое место. За чувака, за грибушку, хруса, по глазуя. Ника Рыжова. Ника не получает никаких. Никаких раритетов. А наоборот, нету пульсовку в будущем. Да. Дорогие друзья, вот эта маленькая бумажка, она может быть означает больше, чем много-много книжных призов и подарков. Потому что книги, даже с автографами автора, может получить каждый. А вот остаются такой награды могут только самые талантливые, самые удачливые и самые творческие, подходящие к чтению читателя. Итак, уважаемые Ника, вот этот сертификат дает вам право проиллюстрировать следующее издание книг. То есть официально он означает договор с издательством на иллюстрирование книг. Как самый что ни на есть профессиональный настоящий художник. Вот подпись генерального директора Александра Антоновича Пастернака. Вот телефончик. Заместитель директора. Я бы прошу после вручения обязательно оставить вам ваши координаты для издательства. Потому что будет заключен договор, и в следующем издании вместе со мной получите первое место. Да, спасибо. Плюс,
уточню то, что сказал Дмитрий, не наиболее талантливые художники, а художники, которые ближе всего подошли к тому, что необходимо в этот момент для иллюстрации вот таких книг. А теперь сюрприз. Ну, сюрприз такой. Еще одно, первое место. Вот такой вот сюрприз. Еще одно первое место. Издательство «Время потрясенное». Оглазуем мыльным растопырем, крусом, бровастым переплохом, отхлебником и барабашкой, и посмотрением, и обознайкой, и барабашкой Ольга Чубарова. Вот эта бумага дает вам право заключить договор с издательством на иллюстрирование следующего издания книги. Здесь мы не печатаем никакого издания, и здесь пишут вечер. Спасибо всем, кто аплодировал. Спасибо большое. Спасибо нашим авторам, которые написали для нас эти чудесные книги. Оль, наконец-то вы нашлись. Вы долго плутали. Вы что-нибудь отгадали с братом вместе? Слово отгадали? Какое получилось? Молодцы! И вам еще дополнительную закладочку. Скажите, сколько у вас получилось всего закладочек?